Ассаламу алейкум, друзья! Если однажды кто-то попросит рассказать, как научился я над землей летать, где нашел небо я. Все готов отдать. Сердце бьется чаще, солнце не погаснет. Если ты со мной, есть крылья за спиной. Там, где живет любовь, так легко и просто. Старт очень многим количеством, очень большому количеству артистов. И, конечно же, чтобы подготовиться к такому замечательному, такому высокому профессиональному конкурсу, нужно хорошо учиться. И вот именно с целью подготовить молодых, талантливых людей к участию не только в «Новой волне», вообще к большой сцене, Игорь Гуторек основал свою детскую академию. И вот одни из ее выпускников, группа «Долчес», они присоединяются к нам. Здравствуйте, девчонки. Здравствуйте. Здравствуйте. Присоединяйтесь плотнее, чтобы всех вас очень хорошо было видно. Ну и вы давно вообще выступаете, да? Именно группой всего лишь сколько? Год, да? 2 года. Скоро нам будет 2 года. 2 сентября. Что вы поете? Поп-музыку. Но планируем чуть-чуть перейти в рэп-культуру. Или в R&B. В рэп. Ну, вы слушайте, вы прям как Spice Girls в самом начале. Некоторые ассоциируют нас с ними, а другие по-другому. Поэтому мы индивидуальны, поэтому мы дочес. Дочес. А почему такое? А что означает такое название? Дочи? Чьи-то дочери? Дочи. И во множественном числе прибавляем S, дочес получается. Daughters по-английски. Daughters, правильно, а не дочерс. Мамы нас каждый по дети называют доча. Это очень мило. И мы просто... как в английском языке, добавили букву «С». Прекрасно. Я желаю вам успехов, я желаю вам найти свой репертуар и когда-нибудь выйти на эту сцену уже, ну вот, просто настоящими мегазвездами. Спасибо огромное. Спасибо большое. Девчонки, приятного вечера. Наши выпускницы из Академии, из Детской Академии Игоря Крутого, группа «Дочес». Мы встретимся совсем скоро. Духовой «Тодес» открыли вечер закрытия «Новой волны». Спасибо большое! Димаш, подожди, друзья, подожди. Друзья, мы на бэкстейдже конкурса «Новая волна». Сегодня последний день. Только что выступил Димаш Кудайберген открывать «Новую волну». Каково это? Каково это? Интересно. Сейчас мы попробуем у него узнать, друзья. А этот бэкстейдж проведу я, специальный корреспондент «Новой волны» 2019 Александр Аникин. Интересно, куда же ушел Димаш? Неизвестно пока. Давайте посмотрим. Where is Димаш Кудайберген? Замечательный человек. Песня. Сегодня он споет не один раз. Мы с вами это уже выяснили. Он споет сегодня обязательно с Игорем Яковлевичем Крутым, а также одну общую песню он закроет. Димаш, hello. Скажи, каково это открывать «Новую волну»? Очень почетно и волнующе. Вы знаете, когда выходишь первым на сцену, всегда волнуешься. Если учитывать то, что на этой сцене сегодня будут выступать большие
артист со стажем, и мне доверили такую честь открывать этот великолепнейший конкурс. А чего ожидаешь от дуэта с Игорем Яковлевичем? Вы сегодня выйдете на сцену еще раз. Какую композицию будете исполнять? Песня называется «Знай». Стихи сочинил Михаил Гуцюри Сапарвекович. Она не совсем обычная песня. Там есть инструментальные ходы и импровизационные моменты. Она мне очень сильно нравится, и я знаю, что предпочитатели моего творчества не только в России, и в других странах, они очень сильно любят эту композицию. От всей души благодарен авторам Игорю Яковлевичу и Михаилу Василию. Тебя сильно любят наши трансляции. Передай всем своим поклонникам привет. Специально для OK Live. Всем большой привет. Very, very love you. Муа! Друзья, это был Димаш. Спасибо большое. Он еще сегодня выйдет на сцену. Продолжаю смотреть концерт.